Черкесске наградили волонтеров акции «Мы вместе». Они оказывали помощь пожилым и маломобильным людям в период пандемии. О добрых людях в репортаже Карчи Биджиева. Если кто-то думает, что настоящий герой – это парень вроде Рэмбо, то вынуждены разочаровать. Истинная отвага и мужество могут быть тихими и незаметными, но от этого не менее ценными. Всероссийская акция взаимопомощи объединила людей, решивших во время пандемии помогать другим. Данный проект инициировали Российский народный фронт, общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров. Это показало, насколько сплоченное общество в нашей республике. Так одним из многих героев, Кемал Урусов, внес свою лепту в борьбу с COVID-19. За вклад в борьбе с пандемией коронавирус-19. Я считаю, что очень большое количество людей в нашей стране заслуживали эту награду. И у нас в республике тоже. Ну, посчитали, что мы достойны ее. Я, в свою очередь, благодарю всех тех, кто так или иначе вносит вклад в борьбу с пандемией. Выражаю свою благодарность за эту награду. Большое вам спасибо всем тем, кто оценил наш труд. За бескорыстный вклад в борьбе с пандемией наградили волонтеров, которые в трудную минуту оказались рядом с теми, кто нуждается в их помощи. А Федеральное агентство по делам молодежи поручило наградить их благодарственными письмами в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Со словами благодарности в адрес виновников торжества обратился министр туризма Расул Тикеев. Он отметил, что данную акцию переоценить сложно, поскольку в ней объединились все неравнодушные граждане, когда столкнулись с проблемами в во время пандемии. Не жалея ни сил, ни средств, ни своего личного времени, оказывались именно в том месте, где нужна помощь. Несомненно, вы люди с чистыми благородными сердцами. Я бы хотел поблагодарить вас, сказать большое вам спасибо за ваш труд. Следует отметить, что акция «Мы вместе» – это помощь пожилым и маломобильным людям на период распространения коронавируса. Отметим, что проект развивается и продолжает действовать по нескольким направлениям. Это регулярная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и оказание психологической поддержки нуждающимся гражданам. Карчи Абиджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия.